Добрый вечер, уважаемые участники, уважаемые пользователи сайта «Могу писать». Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном подготовке к написанию сочинения на итоговом государственном экзамене в 2019 году. Меня зовут Елена Дудина, и сегодня я буду вашим преподавателем. Сегодня мы вместе с вами разберем один из текстов, который был предложен для анализа на нашем вебинаре. Но прежде чем мы приступим непосредственно к занятию, хотела, во-первых, вас еще раз поприветствовать, поблагодарить за то, что вы принимаете участие в нашем масштабном проекте. И сегодня наш проект уже подходит к завершению, то есть это еще, конечно, не заключительное занятие у нас, но мы уже потихоньку начинаем подводить итоги. И нам интересна какая-то обратная связь, то есть как вы реагируете на эти занятия, откуда вы, как вы попали на наш сайт, полезны ли вам эти занятия, чувствуете ли вы свой рост, развитие навыков написания сочинений. Вот я сейчас прошу вас в чате ответить, из какого вы города, как попали на сайт «Могу писать», и, может быть, несколько слов о том, как вы оцениваете наши вебинары по подготовке к сочинению. Я сейчас задаю вопрос относительно вебинаров по понедельникам, потому что именно этот проект сейчас в центре нашего внимания. Этот проект проводится в этом году впервые, реализуется, и нам очень важно учесть опыт этого года, чтобы в следующем году сделать вебинары еще более насыщенными, может быть, учесть какие-то недостатки, которые в этом году проявились. Прошу вас, пожалуйста, напишите в чате, из какого вы города. Как вы оцениваете наши вебинары? Полезны ли они вам? Нам интересно сейчас, вот пока оставшиеся желающие заходят в нашу вебинарную комнату, нам интересно узнать что-то о вас. Я с радостью вижу среди участников сегодняшнего вебинара знакомые фамилии, имена. Это наши постоянные слушатели. Это постоянные авторы сочинений, которые присылаются на форум, поскольку я их там проверяю, то волей-неволей я примерно уже знаю своих авторов и даже знаю ошибки некоторых авторов. Открываю очередное сочинение и думаю, ну, надеюсь, сейчас вот та ошибка не повторится, и как я радуюсь, когда она не повторяется. Так, вот вижу, коллеги отвечают, спасибо большое. Я знаю, что для учителей этот вебинар тоже очень нужен, в этом году особенно, потому что мы столкнулись с такой ситуацией, да, когда работаем практически вслепую, то есть сложности возникают при подготовке учеников. Так, угу, вижу, спасибо, ученик. Хорошо, мы видим, что у нас разная совершенно география представлена, разные уголки нашей страны огромные. Так, слушаю с удовольствием. Учитель. Всегда волнительно выступать перед коллегами, перед учителями, потому что, вы сами понимаете, какая ответственность и уже очень строгий взгляд со стороны учителей. Они оценивают уже немножко иначе нашу работу, чем ученики. И если наша работа кажется полезной, то это, конечно, наша цель, мы к этому и стремимся. Так, первый раз посещаю курс. Угу, хорошо. Ну, надеюсь, те, кто сегодня впервые присоединился к нашему мероприятию, не будут разочарованы, найдут пользу для себя, извлекут и... Так, угу, хорошо, хорошо. Спасибо большое всем, кто откликнулся на мою просьбу и написал в чате о том, из какого он города, даже пишет, что кто учитель или ученик, и немножечко оценили наши вебинары. Спасибо еще раз. Так. Угу. Хорошо. Спасибо большое, уважаемые коллеги, спасибо все, кто ответил. Так, ну что ж, мы не будем затягивать нашу лирическую паузу. Еще раз рада всех приветствовать. И позвольте мне начать наш сегодняшний вебинар, который посвящен разбору текста Владимира Дмитриевича Дудинцева. Мы разберем этот текст и напишем сочинение по этому тексту.
Итак, я надеюсь, что с текстом вы уже ознакомились, потому что текст высылается заранее, для того, чтобы вы более вдумчиво подошли к работе на самом вебинаре. Но если вы вдруг не успели скачать или не прочитали текст, то это не страшно, потому что, как вы знаете, мы всегда на занятиях обязательно читаем текст вместе, читаем его вслух, для того, чтобы настроиться на волну автора, чтобы почувствовать атмосферу текста и посмотреть, ну, вообще проникнуться вот этим моментом исследовательской филологической работы. Так, Владимир Дмитриевич Дудинцев, советский писатель, прожил долгую плодотворную жизнь, воевал, был участником войны. И текст, который мы сегодня будем анализировать, очевидно, носит автобиографический характер. Как мы можем об этом судить? Дело в том, что главного героя, рассказчика, от лица которого ведется повествование, зовут Владимир, и его фрагмент биографии, о котором мы узнаем в тексте, совпадает с моментом биографии самого автора. То есть мы можем предположить, что текст перед нами автобиографический. Готовясь к этому вебинару, я так предположила, но я поняла и понимаю, что вы, оказавшись в ситуации экзамена, можете этого и не знать. То есть, во-первых, вам может быть совершенно незнаком автор, это нормально. Сегодня произведения Дудинцева, к сожалению, не включены в обязательный перечень произведений, изучаемых в школе. То есть фамилия эта, возможно, будет вам незнакома. Во-вторых, вы можете не знать биографию этого писателя. И поэтому тот момент, что перед нами текст исповедальный, автобиографический, для нас это на самом деле не актуально. Я призываю вас в этой ситуации опираться на характеристику текста, на его принадлежность к определенному типу текстов. А мы с вами знаем, что у нас типы текста в основном это либо публицистический текст, либо это художественный текст. И мы знаем, по каким признакам они друг от друга отличаются. Так вот, если перед нами текст художественный, и мы видим признаки художественного текста, я их напомню, это, во-первых, наличие героев, во-вторых, наличие повествования, то есть сюжета, действия. Два эти признака позволяют нам говорить о том, что перед нами текст художественный. Так вот, если мы сделали такой вывод и установили, что текст перед нами художественный, то давайте не будем путаться и упоминать об авторе как об участнике событий, описываемых в тексте. Здесь очень легко ошибиться, тогда как, используя термин «рассказчик», «повествователь», «рассказчик» или «герой», так, мы уж точно с вами не ошибемся. Конечно, мы можем говорить о том, что автор пишет о себе, но только в том случае, если мы в этом уверены. Если перед нами, например, статья Лихачева, и мы знаем, что Лихачев – это публицист, и мы видим, что он говорит конкретно о себе, да, или это может быть любой другой публицист, и об этом, о том, что это публицист, нам скажет обязательно информационная небольшая справочка после текста, так? Если такого не произошло, то мы с вами примем за правило говорить о герое текста в третьем лице, не отождествляя его с автором текста. Просто договоримся, да, так как это не будет ошибкой точно. Итак, перед нами текст художественный, рассказчик не равен автору. Мы не отождествляем рассказчика и автора. Ну а сейчас я приглашаю вас погрузиться в этот текст вместе со мной. Давайте его прочитаем. Я ушел в армию 18-летним мальчишкой, и было это в 1939 году. Я был беспечным, видел в жизни только яркие пятна. Собственно говоря, я тогда еще ни о чем не задумывался. Должно быть, потому что был мал, самоуверен и не видел границ отпущенного нам времени. Полковая школа сделала меня немногословным и строгим сержантом. Я знал, что война будет, и что враг мой готовит где-то оружие, и был готов к встрече. И тогда я не верил в мужские слезы, гордился собою, потому что ни одна слезинка не падала из моих возмужалых глаз. Но что-то изменилось потом, на войне. Когда мне резали в госпитале раненое бедро, глаза у меня были сухими, а через день, когда я расставался со своим другом, Мишей Ноготовым, раненым в грудь,
Когда его уносили на носилках, и он уезжает от меня навсегда в далекий какой-то специальный госпиталь, повернул ко мне желтое лицо и повел на меня угольным глазом на выкате, и еле кивнул, зажмурился тогда я, вздохнул и заплакал, не стесняясь. Через год в другом госпитале в Польше медсестра дала почитать книжку стихов Есенина. Читал его впервые, читал всей палате и заметил, что читать было тяжело. А Анну Снегину я дочитать не смог. Прочитал: когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково «нет». И запнулся, и дышать стало трудно. И сколько ребята не просили, не стал читать дальше, и накрылся одеялом с головой, и заплакал, и вспомнил свою историю, которая до сих пор не имеет конца. И вот война позади, Москва. Показался мой дом вдали, среди зелени сокольников, и я почувствовал новый для меня острый укол в груди. Что-то прямо заныло глубоко во мне, когда я, наконец, прижал мать, плачущую, после 6 одиноких лет, седую, в аккуратно заштопанном платье. А потом я направился к ней, позвонил в знакомую дверь, открыли мне незнакомые люди и сказали, что Мария Федоровна Сорокина здесь не живет. Я вышел из метро и через парк побрел домой. Был вечер, в сокольниках над темными прудами березы тяжело замерли в безветрии. Прямая аллея, пересеченная корнями, напоминала мне 39-й год, когда будто бы не я, а другой Владимир, 18-летний и беспечный, догонял здесь свою Федоровну, как я называл Машу, а она то и дело убегала от меня. Сокольники — такое место, где на каждом шагу скамейка. Но нелегко сесть на скамейку вечером. Не знаю, как сейчас, но в 39-м Владимир и Маша всегда находили скамьи занятыми. Тогда Владимир оторвал дома в сарае две доски и сделал под березой прочную лавочку на двоих. И в этот же вечер они пришли сюда. И здесь Владимир обещал Маше помнить о ней вечно, а она только смотрела на него покорно и нежно, и иногда качала головой, как старшая, хотя было ей всего 17 лет. Не перевернула. Хотя было ей всего 17 лет. Потом он получил повестку и уехал в армию. А вместо него вернулся я. Опять передо мной стена молодого темно-зеленого ельника. Он по-прежнему топорщился и загораживал всем путь к нашей лавочке. Я попробовал найти нашу тайную лазейку и не нашел. Полез прямо в иглы. Пролез, березу увидел, белую, неприкосновенную. Но лавочки под нею не было, даже ямок не осталось. Трава росла бессмертная на этом месте. Осенью пожелтеет, весной оживет. Она и затянула все следы, чтобы никто не помнил. Я опустился на траву и лег лицом вверх, к вечерней сине, раскинув руки. Моя береза жила надо мной каждым листочком, и по стволу рыскали муравьи. И тут же я вскочил. На березе выше моего роста на коре была надпись, вырезанная глубоко. «Уезжаю с заводом. Куда? Не знаю. Милый, мы встретимся». И я сразу догадался, как она достала так высоко. Она вырезала буквы, став на нашу лавочку. А потом выдернула ее, чтоб никто не достал, не заровнял букв. Я обнял березу и зажмурил полные слез глаза. Нет, я не в обиде на войну за то, что она научила меня плакать. Вот такой замечательный текст предложен нам для разговора сегодня. Не знаю, как вам, а мне этот текст очень нравится. Какой-то лирический такой, грустный, но грусть светлая в нем. Итак, давайте вспомним порядок нашей работы при анализе
художественного текста. Мы уже с вами решили, что текст перед нами художественный, это не требует каких-то доказательств, мы уже умеем отличать художественные тексты от других, так? Что же мы делаем, когда перед нами художественный текст? Во-первых, мы радуемся, да? Радуемся. Что же, какие же мы операции производим? Первое. Вдумчиво прочитать текст. Вдумчиво прочитать – это значит прочитать текст медленно, стараясь как-то вот погрузиться в него. Разбить текст на эпизоды. Напоминаю, технология вот этого эпизодического членения текста эпизодом считается, новым эпизодом считается такой, когда происходит смена главного героя или действующих лиц, когда происходит скачок во времени, то есть изменяется время действия, и когда изменяется место действия. Если что-нибудь из этого происходит, перед нами новый эпизод. После этого, когда мы на эпизоды разбили, можно эти эпизоды кратенько зафиксировать на бумаге, составив таким образом сюжетный план текста, он еще называется логограф, но логограф отличается, собственно, от плана, когда мы еще логические какие-то делаем, значит, связи устанавливаем в тексте. Или можно назвать это схемой текста. Кому как удобнее, этот этап работы нам необходим, он не тратит, не требует от нас больших затрат времени, но он нужен нам для того, чтобы мы четко видели скелет нашего текста, чтобы от нас ничего важное не ускользнуло. После этого мы определяем кульминацию текста, кульминационный эпизод. Затем определяем из всех имеющихся у нас эпизодов, их может быть несколько, их может быть не обязательно два, их может быть три, пять, семь эпизодов даже, да, если мы слишком дробно расчленили текст, разделили его, да, то может быть эпизодов несколько. Так вот, на четвертом этапе работы мы должны из этих эпизодов отобрать значимые, ведь мы же не будем все прям эпизоды анализировать, значимые, то есть подводящие нас к кульминации. После того, как это сделано, мы определяем тему текста, отвечая на вопрос, о чем это текст. Далее мы тему конкретизируем, немножко ее сужаем, потому что очень часто бывает, что мы чересчур широкую тему берем. Учитывая тему текста и опираясь на кульминацию, мы формулируем главную мысль текста, стараясь сформулировать эту главную мысль в виде простого, короткого, желательно, предложения. И затем задаем вопрос главной мысли текста. На этом завершается наша подготовительная работа, так сказать, первое приближение к анализу текста. Вот эти 7 пунктов, я еще раз сейчас их покажу, может быть, кто-то их как-то себе фиксировал. Они вам, без сомнения, всем знакомы. Я думаю, те, кто постоянно присутствует на наших вебинарах, наверное, эти пункты уже просто наизусть выучил и постоянно применяет их на практике. Эти пункты выверены уже опытом нашим и вот содержат те необходимые алгоритмы, которые следует выполнить, приступая к анализу текста. Сейчас мы каждый из этих пунктов и сделаем применительно к тексту Дудинцева. И первое, что мы делаем, мы составляем сюжетный план текста. Перед нами текст достаточно прозрачен по сюжету. Здесь нет каких-то вот сложных сюжетных ходов, каких-то запутанных линий, да? Поэтому можно с уверенностью сказать, что здесь мы эпизоды будем выделять по временному признаку. Скажите, пожалуйста, какие временные отрезки представлены в тексте? Сейчас я прошу ответить вас в чате. Какие временные отрезки? Мы говорим о таких глобальных временных отрезках, да? Какие вот такие большие временные отрезки, очевидно, представлены в тексте? Так, вижу ответы, отлично, Вы правильно уловили. Вот прошлое, настоящее здесь немножко такой расплывчатый ответ. Итак, посмотрите, я предположила, что вы верно ответите на мой вопрос и заранее уже подготовила слайд с готовыми ответами. Конечно, мы видим здесь два глобальных периода. Первый – это до войны,
Причем у нас этот период не только в первом абзаце фигурирует, да, потом у нас еще есть идет ретроспекция, когда рассказчик, уже вернувшись, вспоминает довоенное время. И второй период, который я не стала разделять на два внутренних периода, да, вот как кто-то из вас предлагал, вот Ислам предлагал разбить еще на войне и после войны. На мой взгляд, здесь можно на войне и после войны объединить в общий такой период, сделав два временных отрезка. Итак, рассказчик до войны, рассказчик после войны и во время войны. Вот как он, только он попал на войну, не в армию. Армия, когда еще это было до войны, это еще был первый у нас момент, так? А вот когда началась, собственно, война, и уже рассказчик почувствовал изменения, обратил внимание, да, на изменения, которые с ним произошли. Посмотрите, пожалуйста, я вам нарисовала вот эту стрелочку. Что означает эта стрелочка? Почему она имеет два луча? Так, связь, Ислам, конечно, а какая? Какая связь между тем, что было до, и тем, что было и стало после? Конечно, Елена, спасибо. Мы уже сейчас просто, на первый взгляд, разбив текст на два глобальных эпизода, уже чувствуем противопоставление. Здесь мы, конечно, ошибиться нам очень сложно. Надя считает, что это сравнение. Надя, сравнение – это не связь. Понимаете, сравнение – это некий этап, который позволяет нам обнаружить потом связь. Мы сравниваем эпизоды, чтобы понять, в каком взаимоотношении они находятся друг с другом. Понимаете? Так. Хорошо, то есть не будем путать, не будем считать сравнение связью. Итак, сейчас составляем уже более подробный план эпизодов, более подробный план. Я уже это сделала. Итак, рассказчик до армии. Если текст у вас сейчас где-то открыт, было бы удобно следить глазами, да, мы уже говорили на одном из наших первых вебинаров в рамках проекта, что, приходя на такие вебинары, тексты, конечно, должны быть у вас, то есть вы должны приносить с собой тексты, они должны быть перед глазами, так удобнее, потому что у нас нет возможности работать в нескольких окнах, да. Ну, у кого-то так сделано, у кого-то нет, мы делаем как лучше, так. Итак, рассказчик до армии, беспечный мальчишка. Рассказчик в армии. Чуть-чуть уже изменения произошли, но изменения произошли только внешние, так? Он строгий сержант, немногословный, с сухими глазами. То есть в армии он хочет выглядеть более взрослым, возмужавшим, или, как он даже говорит о себе, возмужалый, так? Такая вот немножко просторечная форма, такого невысокого стиля, да? И это вот первые, мы видим две характеристики. И далее, рассказчик на войне, эпизод прощания с другом. Рассказчик на войне, эпизод чтения стихов. И рассказчик после войны, эпизод встречи с матерью и эпизод вот в парке. И здесь, посмотрите, пожалуйста, я выделила четыре эпизода. Внутри третьего эпизода у меня целых два эпизода здесь, так, прощание с другом и чтение стихов. То есть можно было его сделать как пятым эпизодом. И между этими эпизодами опять я провела линию, отнеся первые два эпизода к первому глобальному временному отрезку, а вторые два эпизода ко второму. Так? Рубеж – это перелом в душе героя, когда умирает друг. Да, Денис, это перелом в душе героя. Вы очень точно подметили задумку вот эту автора, задумку, которую автор хотел нам здесь как раз и передать. Вот этот рубеж, я еще раз обращаю внимание на него. Посмотрите, когда мы выполнили эту нехитрую операцию, просто разбили текст по эпизодам и провели рубеж между этими эпизодами, мы себе просто обеспечили
хороший, глубокий комментарий текста. Потому что сейчас перед нами весь текст как на ладони. Мы видим, что мы анализируем текст целиком в его художественном, смысловом и логическом единстве. Мы не выхватили из текста первые попавшиеся какие-то фрагменты и не пытаемся их связать между собой. Мы поднимаемся над текстом и смотрим на него глазами исследователя, глазами филолога, который изучает этот текст под микроскопом. Так? Сделав это, разбив текст на эпизоды, вы обезопасите себя от одной из самых распространенных ошибок, допускаемых пишущими в процессе оформления комментария. Ошибка заключается в следующем. Берется один фрагмент текста, какой-нибудь один из этих пяти, и анализируется только он. Выявляется проблема, так? Проблема эта обнаруживается, потому что у нас по задачам, по критериям проверки, если на проблему есть хоть какой-то намек, то мы должны уже ставить балл за проблему. Но глубокий комментарий выстроить в этом случае не получится. Поэтому сразу поймите, что вот этот текст, который перед вами лежит на экзамене, до вас его точно так же несколько человек, это и сами составители КИМов, и фокус-группы, на которых тестируются эти КИМы, так? Несколько человек уже так разбили. Если бы этот текст не разбивался, его бы не включили в ЕГЭ. Понимаете? Он разбивается совершенно точно. И эти эпизоды выстраиваются вот в такую линию. Если вы не умеете их выстраивать, значит, вы плохо подготовились. Но с вами этого уже не случится, потому что я вас сейчас этому учу. Как это делать? Так, надеюсь, это понятно всем. Составляем сюжетный план. Вот именно то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Составив сюжетный план, мы, конечно, обращаемся к поиску проблемы. Почему я так называю эту часть в поиске проблемы? Потому что проблему нужно еще поискать. И поиск этой проблемы может тоже проходить совершенно разными путями. Неважно, каким путем пойдете вы. Важно, чтобы этот путь привел к нужной точке назначения, да, к нужному пункту. Я предлагаю такой путь. Он известен вам, конечно же. Как изменился герой-рассказчик в ходе развития сюжета? Пожалуйста, напишите мне в чате, что произошло с рассказчиком. Как он изменился? Как он изменился? Вопрос об изменении – это ключевой вопрос для поиска проблемы в художественном тексте. У нас может изменяться рассказчик, у нас может изменяться герой, просто даже если это не от первого лица идет какой-то герой, да? А могут у нас изменяться обстоятельства, такое тоже возможно. Поэтому вопрос, кто изменился или что изменилось по ходу развития сюжета – это вопрос для вас, такой стабильный, опорный вопрос. Это ваш помощник. Произошла переоценка ценностей, научился плакать, стал более чувствительным, повзрослел, стал чувствительным, перестал стыдиться этого. Правильно, вы совершенно верно определили динамику характера. Так, что произошло с героем? Важные произошли с ним изменения. Я их сформулировала вот в следующих таких позициях. Как изменился герой? Война, то есть он стал более эмоциональным, война научила его плакать и не скрывать своих слез, война не ожесточила, а смягчила его сердце. Так? Вот кто-то тут немножко повторяется, ничего страшного, у нас интерактивное занятие, и повторы здесь никак не запрещены ни в коем случае. Так, раньше он никогда не плакал, ну, в общем, примерно то, что я и написала, да? Мы видим, как изменилась эмоциональная сфера, как изменилась способность героя испытывать или проявлять чувства какие-то определенные. Вот мы это себе накидали, то есть у нас вопрос пошел. Вот мы эпизоды разделили, дальше как изменился герой. В другом тексте этот вопрос может звучать, что изменилось, так просто, что изменилось. И дальше мы накидываем ответ. Вот он ответ. Он лежит на поверхности, этот ответ. Я его формулирую просто разными способами. И дальше мы переходим, пожалуй, к
самой важной части, которая нам поможет безошибочно определить проблему. Нам нужно понять, а где та наивысшая точка развития сюжета? Такая точка, без которой текст казался бы незавершенным. Такая точка, ради которой и затевался весь этот текст, к которой все подводило, да? Вот сейчас я вас попрошу, пожалуйста, напишите своими словами, где эта кульминационная точка. А для тех, кто не совсем понимает, что значит кульминационная точка, пока вы пишете, я расскажу о том, как это легко определить на примере какой-нибудь сказки. Мне очень нравится сказка про Винни-Пуха, когда он пошел в гости к кролику. Так? И как с пятачком они пошли в гости к кролику, много всяких событий произошло до тех пор, пока не случилось страшное. Винни-Пух застрял, пытаясь выйти из норы кролика. Так? Вот момент застревания Винни-Пуха и есть кульминация всей истории про Винни-Пуха, ну вот этой части похода в гости. Так? Где же у нас, вот если бы Винни-Пух в норе не застрял, то рассказ был бы неоконченным, потому что было бы непонятно, к чему это все ведется. А когда мы видим кульминацию, Винни-Пух застрял, мы понимаем, что это рассказ о том, что не надо жадничать. И вот если ты будешь жадничать, то с тобой произойдет какая-то нелепая ситуация, наподобие застревания в норе. Попадешь в смешное положение, так? Не надо жадничать. Вот чему учит нас история о Винни-Пухе. А здесь где же у нас? Когда он увидел надпись, надпись на березе, конечно. Ну, подсказка какая может быть? Ищи кульминацию в конце, это логично, согласитесь. Это не обязательно последнее предложение, далеко не всегда так бывает. Но где-то в конце, где-то уже в заключительной части кульминация, конечно, спряталась. Итак, вот как я выделила кульминацию, я взяла два предложения. Я обнял березу и зажмурил полные слез глаза. Так. Не собственно кульминация, но это вот неразрывная такая сцена, да? Нет, я не в обиде на войну за то, что она научила меня плакать. Посмотрите, 55-е предложение, да, это уже намек нам на главную мысль, причем такой вот, даже не намек, а конкретно, просто жирными буквами написано, как будто бы Дудинцев нам говорит, вот здесь, ребята, и копайте здесь. Тут я вам хочу сказать все, так? А то, что я обнял березы и зажмурил полные слез глаза, это по всей, ну, очевидно, что это наивысшая точка. Мы правильно определили, молодцы. Что же мы теперь с этой кульминацией делаем? А мы должны немножко над этой кульминацией поразмыслить. И первый вопрос у меня здесь такой. Вам. Почему рассказчик плачет? Вот почему он плакал раньше? Мы, в принципе, понимаем, хотя не везде там это очевидно, да? Но нам понятны его чувства. Когда умирает друг, когда, значит, мать он встречает, жалеет ее, да? А сейчас почему он плачет? Напишите, пожалуйста, как вы считаете, почему он заплакал? Заплакал. Вспоминает прошлое. Разве друг умирает? Умирающий друг. Я не знаю, умирает. Мы не знаем, умирает он или нет. Но фраза о том, что он видел глаза друга в последний раз, и друг ранен в грудь. Достаточно нам для того, чтобы предположить, что, скорее всего, друг умирает. Есть надежда, что подруга жива, слезы надежды. Хорошо, вот посмотрите, здесь мы видим эмоциональное наполнение кульминации, так? Он понимает, что счастье, возможно, плакал от счастья. Спасибо. Рассказчика переполняет счастье от осознания, что любимая жива. И не забыла его, это тоже важно, так? Война, представьте, все может случиться. И это счастье, счастье осознания, да, сильнее разлуки и пережитых на войне страданий. Мы правильно ощутили, значит, мы уловили настрой, угадали, прониклись. Вот наша кульминация заключается в том, что герой испытывает благодатные слезы, очищающие душу, приносящие облегчение. Вот почему рассказчик рад этим слезам. Это мы просто подытожили наше размышление. Вот
Для чего я всегда говорю, обратите внимание на кульминацию и поразмыслите немножко над ней. Возможно, вот эта мысль, о которой мы сейчас говорим, про слезы счастья, может, она и как-то не войдет в наше сочинение, но нам важно здесь ощутить посыл авторский, чтобы не уйти не в ту степь. Потому что именно кульминация заставляет нас увидеть текст в каком-то, какой-то гармонии, каким-то целостным, а не отрывком. Хотя понятно, что в ЕГЭ чаще всего мы имеем дело с отрывками. Итак, кульминацию мы определили с вами. Переходим к поиску важных, значимых для кульминации эпизодов. Тех эпизодов, которые не только автора подводят к кульминации, но и нас с вами подводят к пониманию авторской мысли, заключенной в кульминации. Я вот выделила такие эпизоды. Сначала герой не умел плакать и гордился этим. Так? Вот его, вот это убеждение, его установка, что настоящие мужчины не плачут. Далее. Смертельное ранение товарища потрясло рассказчика, и он впервые не смог сдержать слез. Вот давайте вспомним этот эпизод, весь этот эпизод. Как вы считаете, герой показан сильным или слабым в этот момент? То есть помните, да, что сначала речь шла о ранении самого рассказчика, и тут же в этом же абзаце, это крайне важно, то есть это продолжается эпизод, рассказывается о ранении друга. Сильным или слабым показан герой в этом эпизоде? Как вы считаете? Так, Халида считает слабым. Илья считает сильным. Конкретно. Ну, я, Халида, намекнула здесь, что эпизод нужно рассматривать в целом. Не только его слезы, когда он прощается с другом, но и его отношение к собственной ране. Вообще-то он был ранен в бедро. И, как мы знаем, во время таких ранений в Великую Отечественную войну не всегда даже можно было пользоваться анестезия, потому что просто не было обезболивающих препаратов, сильно не постеснялся. Конечно, здесь у нас показан человек перед нами сильный. Сильный человек тот, кто может терпеть неимоверную физическую боль. И тот, кто может позволить себе не прятать чувств, когда боль у него душевная. Так, я считаю, что здесь сильным он показан. Далее, следующий эпизод. Бессмертные стихи затронули душевные струны героя, и он дал волю слезам. Вот сейчас я хочу вас спросить, почему важен вот этот эпизод со стихами? К чему он вообще в тексте? Стихи, как они вообще связаны с войной? Почему герой закрылся одеялом, не смог дочитать до конца стихотворение? О чем это говорит? Так. Подводит к девушке, герой не потерял интерес, вспомнила любимой девушке. То есть получается опять душевное страдание, которое он испытывает, вспоминая о любимой девушке, настолько сильны, они гораздо сильнее физических страданий. Физические страдания он терпеть может, душевные невыносимо терпеть. Так. Вот я взяла эти эпизоды. Герой сначала не умел плакать, потом первое столкновение с испытанием, да, второй эпизод. И так война научила героя плакать. То есть мы подводим кульминации. Дальше идет кульминация. Я здесь кульминацию здесь не беру. Мне не нужно о кульминации говорить в комментариях. Сейчас я готовлю именно комментарий. Кульминация мне нужна для уже авторской позиции. Так, как связаны эти эпизоды? Естественно, мы с вами уже это проговорили. Образ рассказчика до войны противопоставлен образу рассказчика после войны. Более того, здесь в тексте использован очень интересный прием. Герои нам показаны, будто разные люди. Помните предложение 36-37? Потом он получил повестку, Владимир, о котором сам рассказчик говорит внезапно в третьем лице. Смотрите, какой интересный прием использует здесь писатель.
Вроде бы я, и вдруг раз Владимир, один из моих учеников, работавший по этому тексту, сказал, я вначале вообще не понял, какой еще Владимир, откуда он взялся. Правильно, потому что это и не понять при беглом чтении текста. Только когда мы вдумываемся, мы понимаем, что это специальный прием, чтобы подчеркнуть, насколько изменился человек, как он стал по-другому совершенно относиться к жизни, что даже самому себе он кажется другим. Так. Я другой человек. Ну, это Межи Девасет хочет нам показать здесь вот это противопоставление. Да, вы правы. Итак, мы уже все ближе и ближе подходим к... Это у нас еще поиск проблемы сейчас идет. Мы ближе и ближе подходим. Попутно строим комментарий, да? Определяем тему текста. Я обращаю внимание на эту процедуру определения темы текста. Еще раз сейчас вам расскажу, в чем разница между темой текста и проблемой текста. А разница есть и большая. Я специально проанализировала те сочинения, которые присылали на форум в течение последних там, ну, 2 недель. Да, самые свежие сочинения. То есть ребята, пишущие сейчас сочинения, уже ну, обладают достаточно высоким мастерством в написании. И все равно я вижу эту ошибку, когда тема, точнее, проблема подменяется темой. Опять я вижу проблема совести. Ну какая же проблема совести, если это тема совести? Опять вижу проблема любви. Так, хочу уберечь вас от этой ошибки. Она слишком дорого стоит. Целых 4, точнее, целых 8 баллов вы лишитесь по 4 критериям, если перепутаете тему и проблему и неправильно определите. Для этого нам надо четко понимать, что же такое тема текста, зачем вообще ее нужно определять, чтобы не перепутать ее с проблемой, вот и все. Тема текста – это то, о чем текст. Одним, максимум 2 словами можно ответить. Одним, максимум 2 словами. Итак, о чем текст? О чем этот текст? Пожалуйста, пишите сейчас в чате, а я почитаю, что пишут. Неужели мы действительно можем позволить себе столько времени отдать сочинению такому разбору? Халида, вот весь этот разбор занимает максимум 30 минут. Это если медленно работать. На сочинении в ЕГЭ вам отводится 2 часа. Это без переписывания на чистовик. Только работа с черновиком. Потому что если вы были на вебинарах, которые посвящены хронологии работы на ЕГЭ, а такие у нас вебинары проводились, вы четко понимаете свой тайминг. Сколько вы времени тратите на тест, сколько вы времени тратите на сочинение. И очевидно, что работа над сочинением – это 2/3 экзамена. Если у вас на тест уходит половина времени на экзамене, значит, что-то не так. То есть вы получите меньше баллов. То есть если плохо напишите сочинение, конечно. Возможно, есть люди, обладающие высоким таким навыком анализа текста, и они быстрее все делают без этих всех шагов. Ради Бога, я только за и сама у них поучусь. Я сейчас рассказываю то, как я учу делать разбор, и он, поверьте, занимает не так уж и много времени, как вам кажется. Итак, о чем? О скупых слезах, о слезах на войне, о взрослении, о влиянии войны. Вот Артем мне пишет проблему вместо темы. О чем текст? Это не влияние войны. Вы мне опять пишете проблему, так? Как война меняет людей? Татьяна тоже указывает мне проблему текста. А мне нужно тему. Те были правы, кто написал о слезах, об умении плакать, о расставании. Это текст о расставании. Халида, вот сами подумайте, можем ли мы справедливо утверждать, что перед нами текст о расставании, если расставанию посвящен всего лишь один эпизод из проанализированных нами 5 эпизодов. И то расставание постольку поскольку в этом эпизоде, ну просто вот оно фоном идет. Вижу, что здесь у нас немножко проседает вот этот навык определения темы. Советую вам взять 10 текстов, любых, где вы найдете, просто определить тему каждого текста, да? Итак, я предполагала, что будут следующие ответы, что это текст о войне,
Это текст о чувствах, это текст об умении плакать. Вот вижу, как раз Светлана пишет о войне, о Владимире, торнадо. Соглашусь с вами, текст о Владимире. Но Владимир – это не тема текста, понимаете? Владимир – это герой текста, но не тема. Вот важное вот это сейчас смысловое отличие, постарайтесь его уловить. И как раз вижу, что у нас и неправильное определение здесь темы есть, поэтому понимаю, что, может быть, не совсем мы четко знаем, как эту тему находить, хотя мы об этом уже говорили не раз. И у нас есть всегда подсказка, у нас есть ключевые слова. Что значит ключевые слова? Понятно, что они ключевые по смыслу, но они ключевые и по частотности употребления в данном тексте, по частотности упоминания этого конкретного слова. Есть способ ключевых слов, для этого текста он подходит. Есть способ, когда у нас тема текста открывается в первых двух предложениях. Для художественного текста это не всегда подходит, потому что у нас художественный текст начинаться может вообще с исторического отступления какого-то, да? И тогда мы можем неправильно определить тему, опираясь лишь только на первые два предложения, открывающие текст. Ну и в кульминации у нас обязательно упоминается тема. Иначе это не была бы никакая кульминация. Итак, три у нас фактора. Это часто употребляющееся в тексте слово. Конечно, мы берем слово во всех его проявлениях, включая синонимы. Так? Не только конкретно слезы, но и плакать, плачущий, комок там в горле, да, вот эти все вещи. Итак, частотность употребления слова. Далее, кульминация должна нам открывать вот это слово, как-то его обозначать. Ну и в начале текста, возможно, это тоже будет каким-то образом упоминаться, это слово. И здесь я вам сразу хочу сказать, что я сделала такой подсчет, потому что я видела много сочинений по этому тексту. Вот кто-то писал, что текст этот знакомый. Да, он знакомый, потому что в прошлом году он был на ЕГЭ, в 2018 году, и, возможно, вы его видели в каких-то сборниках или в каких-то аналитических материалах, касающихся ЕГЭ. Итак, слово «война» в тексте употребляется 4 раза, слово «слезы», «плакать» и им подобное 12 раз. Вот по принципу частотности, а частотность – это очевидно, так мы можем посчитать или увидеть просто даже без подсчетов, какое слово чаще встречается. По принципу частотности здесь побеждает слово «слезы» и «плакать». То есть тема текста, текст о слезах, это более вот такое весомое мнение относительно темы текста. Но слово «война» здесь тоже есть, и оно ключевое, ну, хотя и менее важное по сравнению с частотностью употребления слова «слезы» и «плакать». Так? Тот, кто написал, что это текст о войне, не ошибся. Это действительно текст о войне. Но война – слишком широкое понятие. Что значит о войне, да, слишком широкое? Помните, на одном из предыдущих слайдов я говорила о том, что тему нужно конкретизировать. Вот я и имела в виду, что вообще о войне – это чересчур широко писать о таком трудно. Тема должна быть более конкретной. Но еще раз говорю, это не ошибка. Просто эта тема войны, ну, получается немножко… как сказать, сопутствующая тема. Сейчас посмотрим на связку тема, мысль, проблема. Если мы берем, определили тему война, вот кто-то написал, что это текст о войне, это нормально, правильно, то дальше мы по нашей формуле определяем, что автор говорит о войне. В данном тексте, что автор говорит о войне, поскольку это очень широкое понятие, автор нам говорит конкретно о войне что-то одно. Он говорит нам о том, что война меняет человека, делает его эмоциональнее. Так, это и есть основная мысль. И сразу же у нас хорошо вписывается здесь вопрос, как война влияет на человека. Вот это то, что написал нам Артём. Вот это проблема. Артём сформулировал нам проблему в форме родительного падежа, это правильно, но нам с вами привычно формулировать проблему в форме вопроса. Это проще для того, чтобы выстроить четкую композицию нашего сочинения. Это то же самое, да?
Вот мы сейчас разобрали с вами первую тему, которую мы обнаружили, тему войны, как она вышла на проблему. Вот если мы напишем с вами, что значит, поднимается проблема войны в тексте, то мы сразу получаем минус 8 баллов, что проблемы войны не существует. Война – это тема. Так. Дальше я показываю второй путь, когда мы решили, что тема текста – слезы, проявление эмоций. Конечно, не очень красиво звучит вот в таком именно контексте текст о слезах, вроде не очень красиво, но это правильно. Итак, текст о проявлении эмоций, если нам так больше нравится. Что же о проявлении эмоций говорит Дудинцев в нашем тексте? Он говорит, мужчины тоже должны уметь плакать, слезы помогают сохранить душевное равновесие. Вот говорит об этом, что Дудинцев. И вопрос, должны ли мужчины уметь плакать? Пожалуйста, точно такое же единство, тема, мысль, проблема здесь выстраивается. Поверьте мне, если мы обнаружим какую-то другую тему в этом тексте, может быть, ее как-то можно обнаружить, то вот такого хорошего триединства у нас не получится. Потому что тогда у нас мы тогда не с кульминацией будем связаны, да, мы какой-то опять фрагмент возьмем, а не будем анализировать текст целиком. Поэтому здесь только две возможные темы можно выявить. Вот соотношение темы проблем я показываю в такой табличке. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы вы не боялись определять тему, не боялись, что она неправильная. Если вы все сделали, как я говорю, как вас учат, так, педагоги, то вы не ошибетесь, потому что, ну, нельзя ошибиться. Для вас уже тропинка в тексте проложена. Идите просто по ней. Автор все сделал за вас, только не прочитал текст, не проанализировал, да, но он вам помог уже. Так. Итак, вот то, о чем мы сейчас говорили в виде таблички, я отвечу сейчас на вопрос, должен ли человек стыдиться? Так, ладно. Насколько корректен в качестве проблемного такой вопрос, на него можно ответить кратко, да или нет. Ну, и что? А в чем проблема? У нас, понимаете ли, не важен какой... Нет, вы поймите, что главная мысль не может быть в виде ответа «да» или «нет». Главная мысль не должна такой быть, да, у нас вот она, главная мысль, вот она такая. А когда у нас вопрос начинается или содержит модальные конструкции, такие как «должен ли», «может ли», «надо ли», «нужно ли», «справедливо ли», вот эти модальные конструкторы указывают на то, что перед нами проблема. Понимаете, война – это не проблема, она есть, была. Война – это какой-то вот известный феномен, то, что произошло или происходит, или будет происходить. Точно так же любовь, совесть. А вот должен ли, может ли, можно ли, и другие модальные схемы – это уже проблемная область, потому что на этот вопрос могут быть разные точки зрения. И в Википедии мы с вами не прочитаем ответа. И я считаю, что должен или может, а Иван Иванов считает, что не должен, что это нельзя ни в коем случае. И моя точка зрения, и его точка зрения имеют право на существование, потому что этот вопрос проблемный, он не имеет конкретного решения, готового ответа. И убедим ли мы в своей точке зрения тех, с кем вступили в полемику, это уже зависит от нашего мастерства. Так? Поэтому я считаю, что если на вопрос можно ответить «да» или «нет», то это вполне корректно, потому что проблемный статус вопроса определяется не по возможному ответу на него, а по его содержанию, включающему проблемную область, то есть область, не имеющую готового решения. Так, может употребить слово «почему мужчины должны уметь плакать?» Прекрасно, так тоже можно. Единственное, от чего я хочу вас предостеречь, когда вы используете слово «почему». Вот написали слово «почему», это значит, что я, как проверяющий, буду искать в вашем тексте ответ
на вопрос почему, то есть потому что, причины почему. Так? Если я этого не найду, то вы получите минус за логику. Если вы написали, почему так можно и надо, пожалуйста, делайте так, это правильно, но потрудитесь в это время себя проверить и обязательно написать ответ. Желательно, причем дважды, этот ответ написать в авторской позиции, в своей позиции. Так, причины, да, причины. Если вы их вот почувствовали здесь в тексте, нашли, то можно писать почему. Ну, а сейчас давайте проголосуем. Что выбрали вы? О чем бы вы хотели написать? О войне, это будет правильно, да, как война влияет на человека. Или о... Так, значит, я сейчас запущу голосование, да. Так. Пожалуйста, А – это о войне, Б – это о слезах. А – война, Б – слезы. Голосуем. А – война, Б – слезы. Я вижу, что в чате. Так, друзья, голосуем в окне для голосования, не в чате. Вот администратор вам пишет, как нужно голосовать. Нажимаете на кнопки под презентацией. Вы видите, появились две кнопочки. То есть, кто проголосовал в чате, это не страшно. Пожалуйста, проголосуйте еще и нажав на кнопку под презентацией, потому что нам это важно. Так, еще. Вижу. Так. Ну, прекрасно, я останавливаю голосование. Посмотрите, какие у нас чудесные результаты. Те, кто проголосовали, воспользовавшись кнопкой под экраном, они... Вот, видите? Вот у нас как разделились мнения. То есть 37 человек за войну, 37 за слезы. Просто мнения поровну разделились. Это хорошо. То есть... Я еще раз повторяю, обе проблемы правильные. И написав сочинение по обеим проблемам, мы можем набрать максимально. То есть все дело в нашем личном выборе, в наших личных предпочтениях. Это такой удобный текст, потому что не часто такое бывает, когда в одном тексте две равноправные практически проблемы. Точнее, ну да, они очень похожи, но все-таки по-разному формулируются. 37 за войну, 37 за слезы. И согласна с вами, Денис. Но нам сейчас нужно уже настраиваться на такой патриотический лад. У нас впереди День Победы, а он, как известно, порохом пропах и со слезами на глазах и так далее. Война и слезы – неразрывные понятия, и текст такой попался нам. Поэтому мы говорим о таких вещах. Но звучит страшно, соглашусь с вами. Поскольку ведущий сегодня вебинара я, то я позволила себе настоять и сделать сочинение, опираясь на свои предпочтения, на свой выбор, я выбрала слезы в данном случае. Почему? Объясню свою позицию. Опять же, принимаю позицию и другую тоже. Во-первых, я считаю, что это не ключевое слово, судя по частотности его употребления, да, война. Далее, мне кажется, что сама мысль вот о том, что война влияет на человека, а как война влияет на человека, она мне кажется слишком банальной. Может быть, это сказывается мой читательский опыт, может быть, опыт работы вот именно с какими-то такими проблемными текстами, да. Но, по крайней мере, писать о войне вот на таком материале, мне кажется, неинтересно, потому что материал более глубок, чем банальное размышление о войне, о том, что война – это плохо, да. Дальше мне не нравится, что когда я отвечаю на вопрос, как война влияет на человека и... Ответ, война делает его более эмоциональным, более чувствительным, а это хорошо. Получается, война приводит к чему-то хорошему. Меня это смущает. Я не хочу, чтобы война приводила к чему-то хорошему. Вообще не хочу, чтобы у войны были какие-то хорошие побочные эффекты. Я считаю, что это негативное явление, с какой стороны ни посмотри на него. Вот почему я выбираю писать о мужских слезах, а не о войне. Ну и более того... Мы знаем, что когда мы смотрим на тексты ЕГЭ, то один из вопросов, который мы задаем себе, размышляя над этими текстами, это вопрос такой, как этот текст проявляется, его актуальность именно сегодня?
как он касается конкретно меня, вот 11-классника, сидящего сейчас на экзамене, дрожащей ручкой, там выводящего какие-то каракули свои, да? Как он меня касается? Война далеко. Понятно, что она в памяти народной, вечно и так далее. Это никто не оспаривает это, да? Но я сейчас в современном мире, почему для меня важен этот текст и актуален, а на ЕГЭ подбираются только актуальные тексты, актуальные для современности. Так вот, вопрос, который будет для меня проблемным, о котором я буду размышлять, должен быть для меня актуальным. Причем не на бумаге актуальным, а по-настоящему. И вот это проявление эмоциональности – это ведь вечный вопрос. Он даже не только мужчин касается, но и женщин. Так? Не будем сейчас про гендерные тут стереотипы разговаривать. Этот текст об этом нам намекает немножко, да, на это. Вот. Поэтому я выбираю о слезах писать, как бы это грустно ни звучало. Так, у них все тексты про войну к этому сводятся. Да, Юлия, я с вами совершенно согласна. Все тексты про войну обязательно содержат вот такую вещь, как война влияет на человека. Поэтому мне неинтересно. И я думаю, что и вам, присутствующим на этом вебинаре, не очень интересно писать про какие-то вот очевидные вещи. Но и мужские слезы тоже будут в этой табличке. Так, я думаю, война влияет на всех по-разному. Кто-то становится строже, а кто-то как наш герой. Конечно, да. Конечно, да. Согласна с вами. Так, это для тех, кто не хочет рисковать, да? Ну, я не понимаю, правда, в чем риск у нас, если мы размышляем про чувствительность, про эмоциональность. Риска я здесь не вижу. Но, еще раз повторяю, если мы будем писать о войне, это будет правильно. Если мы будем писать о слезах, это тоже будет правильно, поскольку мне интереснее показать вам другое, чем привычное нам. То есть мы сейчас с вами для интереса просто, я просто это уже делала и знаю, в Гугле наберем сочинение по этому тексту, мы найдем там, ну, предположим, 15 сочинений, которые, кстати, далеко не все получат вообще хотя бы минимальный балл, но найдем. Так вот, мы увидим, что в абсолютном преобладающем большинстве текстов будет именно рассуждение вестись о том, как война влияет на человека. Это то, что лежит на поверхности. Так. Детям будет проще, согласна, но мы не ищем с вами легких путей, мы ищем путь анализа, то есть мы идем по этому пути на наших вебинарах. А вот если... Ну, ладно, все, не буду. Итак, пишем сочинение. Я сейчас вам продемонстрирую сочинение, которое я написала с одной из своих учениц. Это совместная наша работа. Я не хотела показывать здесь какое-то вот очень такое филологическое сочинение с какими-то фразами там и так далее, да. Мы писали вместе с ученицей. Я его, конечно, старалась редактировать для того, чтобы вы увидели в этом сочинении еще раз все важные фразы, которые помогают, да, все мостики, все, значит, соломки, которые мы подстилаем, все опорные сигналы для эксперта, чтобы, не дай бог, он не перетрудился, проверяя наше сочинение и выискивая в нем то, чего там нет, а надо, чтобы было, да. То есть смотрим, я прочитаю это сочинение свое, ну, еще раз говорю, что мы писали его вместе с ученицей, и потом, возможно, даже по ходу сочинения кое-что буду комментировать. Поэтому, ну, не в целостном таком виде представлю свое сочинение. Считается, что мужчины менее эмоциональны, чем женщины. Плачущий мужчина вызывает потрясение. Настолько нетипичен и непривычен этот образ. Что же может стать причиной мужских слез? И должны ли мужчины уметь плакать? Об этом рассуждает Владимир Дмитриевич Дудинцев в предложенном для анализа тексте. Вот сейчас остановлюсь, несколько слов скажу про вступительную часть. Помните, на одном из наших предыдущих вебинаров я брала такой зачин, как «Я познакомился с текстом, я прочитал текст такого-то, да, это нравится нам этот зачин, он правильный, нужный». Сейчас я просто хотела показать несколько другой зачин в методических рекомендациях, данных нам в ФИПИ. Это называется «Лирический». Отступление, подводящее к теме. Что-то такое, да, подводящее к проблеме. Ну, этот зачин известен нам еще со времен подготовки к итоговому сочинению, когда мы учились, да, каждый из нас не раз задумывался, и со времен подготовки к ОГЭ, когда мы точно такой же, там, война, как много
там, более несет в себе это слово, да? Здесь я беру просто вот такую фразу «считается что». С этим не поспорить. Эта фраза, в общем-то, такая обтекаемая, да? И она вводит нас в повествовательную ткань нашего сочинения. На что я обращаю внимание здесь? Я хочу вам рассказать вот об этой частице «же». Посмотрите, пожалуйста, на нее. Я ее использовала для того, чтобы показать, что ее можно использовать в проблемном вопросе, но только в том случае, если это не первое предложение нашего сочинения. Потому что частица «же» – это связочная частица, которая показывает нам на связь вот этого вопроса с предыдущими какими-то суждениями по теме. Когда я вижу, что мы начинаем сочинение сразу с частицы «же», то есть первое предложение такое, что же может повлиять на человека там взрослеющего? Это сразу композиционная и логическая ошибка, потому что нельзя начинать первое предложение, вставляя туда частицу «же», связочную частицу. Поэтому я вообще эту частицу не люблю и редко ее использую в своих текстах, но сюда вставила для того, чтобы вы увидели еще раз. Она уместна, но не везде. Так, об этом рассуждает, да-да-да. Но слово «проблема», Анна, здесь нет, конечно, нет. А зачем мне здесь слово «проблема»? Где написано, что я обязана употребить слово «проблема»? У меня есть проблемный вопрос. Так, опять же, если мы хотим сюда написать слово «проблема», это ведь, как говорится, не проблема. Извините за невольный каламбур. Так? Ну, напишите, поднимая проблему проявления эмоциональности. Так? Ставь, ну, опять, поднимая проблему, это вызовет опять бурю эмоций, что нельзя поднимать проблему, а можно поднимать вопрос, ставя проблему и так далее. Опять вот это наша извечная дискуссия. Что можно поднимать, что ставить нельзя поднимать и так далее. Давайте не будем вот сейчас нагнетать обстановку и нервировать сами себя. Я как эксперт проверяю, я должна увидеть хотя бы намек на проблему в любой части вашего сочинения. Если я вижу намек, а какой же тут, извините, намек, когда тут явный проблемный вопрос? У нас есть способы формулировки проблемы. Они прописаны в ФИПИ везде, где угодно. И этих способов два. Первый – это проблемный вопрос, и второй – это формулировка проблемы плюс родительный падеж. Все. Так. Предложенным для анализа можно писать ролия или ролия, не знаю, как правильно ударение. А почему нельзя? Разве нам не предложили для анализа текст? Не знаю. Это обычное клише, его все используют и рассуждают, значит, и поднимают эту проблему. Так, все, я просто ухожу от этих филологических вот здесь вот дискуссий, что значит поднимает и так далее, да. Пожалуйста, задавайте еще вопросы, если что-то непонятно по части какой-то сочинения, а я продолжаю. Размышляя о природе и сущности мужской эмоциональности, автор обращается к тяжелейшему историческому периоду, годам Великой Отечественной войны. Герой-рассказчик вспоминает, как в это страшное время училась плакать его душа, испытывавшая невыносимые страдания. Сейчас опять останавливаюсь на этой части, да, вы видите, что это абзац у меня новый. Посмотрите, пожалуйста, вот я пишу, размышляя о природе и сущности эмоциональности. Вдруг эксперт не понял моего предыдущего проблемного вопроса, думаю я. Хорошо, тогда я вот здесь еще раз его проблему эту обозначу, без упоминания слова «проблема». Так, Халида, это я уже начинаю комментарий, это не абзац перед комментарием. Я начала уже комментарий здесь. Так, теперь обращаю еще ваше внимание на следующую фразу. Я специально такие делаю ставки лирические в кавычках, да, потому что говорю сейчас о наболевших вопросах. Для меня они наболевшие, потому что я каждый раз исправляю это в ваших работах и в работах ваших одноклассников, коллег. Посмотрите, пожалуйста, на этот предлог «о». Этот предлог сочетается со словом «размышляя»,
И он же сочетается со словом «рассуждая». Так вот, запомните этот предлог. Можно о чем-то размышлять и о чем-то рассуждать. Этот предлог универсальный для этих двух слов. Но таковым не является предлог «над». Потому что рассуждать над чем-то нельзя. Это противоречит правилам управления в русском языке. Рассуждать можно лишь о чем-то. А вот размышлять можно и о чем-то, и над чем-то. Пожалуйста, учтите это, чтобы не потерять драгоценный балл за К9 грамматику. Так. Значит, автор обращается, герой-рассказчик вспоминает, да, вот здесь я ввожу герой-рассказчик специально, да, чтобы мне было удобно анализировать текст. И вот в этом предложении я делаю, ну, сжатый пересказ, то есть посвящаю тех, ну, учитывая, что сочинение попало в руки того, кто не знаком с текстом, а я именно так должна относиться, да, чтобы мой текст был самодостаточным, я говорю о том, что происходит в тексте. Вот это определение необходимо. Это уже начался мой комментарий. Я уже обратилась к тексту и уже пошла по нему. Так. Новый абзац. Это такое у меня сочинение. Я каждую мысль начинаю с нового абзаца. Может быть, вы посчитаете, что это не нужно, и напишите все в один абзац. За это баллы не снизят. Но я так не учу, потому что так неправильно. Правильно каждую мысль начинать с нового абзаца. В счастливую пору до военной юности, так, неудобно с экрана читать, рассказчик был беспечным мальчишкой и считал, что настоящие мужчины не плачут. Автор обращает наше внимание на то, что герой тогда видел в жизни только яркие пятна, потому что был мал, самоуверен и не видел границ отпущенного нам времени. Посмотрите, пожалуйста, я взяла первый эпизод до войны, да, первый эпизод, и показала, что делает рассказчик очень кратко, и что делает автор очень подробно. И при этом сюда включила цитаты, не оформляя их как прямую речь, а введя их как просто в ткань самого предложения. Вот тут все ли понятно, все ли очевидно и доступно здесь? Ну вот он, автор обращает внимание. К сожалению, все еще я вижу просто сплошной пересказ комментарий. Герой поехал, герой вспомнил, вдруг к нему подошла женщина, и тогда он решил. Так, вот это 0 баллов за комментарий сразу. Понимаете, нельзя сводить комментарий к пересказу. Нам нужно показывать, что делает автор посредством художественных приемов, образов и сюжетных линий. Для этого, если вы совсем не понимаете, как это делать, написали, что делает герой, и потом эти же прямо фразы включили в сложное предложение, начинающееся со слов «автор показывает», «автор рисует», «автор подчеркивает» и так далее. Например, вы написали, там, герой встретил девушку на вокзале и заплакал от умиления, предположим, да? Так вот, вы это же самое пишете, но только делайте так. Автор подчеркивает, что герой, встретивший девушку на вокзале, не смог сдержать слез умиления. Ну вот что-то такое. Понятно? То есть то же самое, что вы делаете, пересказывая, только вводя в этот пересказ автора и его действия. Как только первый раз делаете так криво-косо, потом научитесь. Ничего страшного здесь нет. Далее идем. Опять новый абзац. По мере развития сюжета мы наблюдаем, как нравственно взрослеет герой, попав на войну. Смотрите, я обозначила эпизод, новый у меня начался. Он поистине силен духом. Когда мне резали в госпитале раненое бедро, глаза у меня были сухими. Я ввожу пример иллюстрацию, так? Но смертельное ранение товарища глубоко потрясло героя, и он впервые дал волю своим эмоциям. Помните, эта фраза почти один в один из нашей подготовительной части. Дальше, цитата. «Зажмурился тогда я, вздохнул и заплакал, не стесняясь». Автор подчеркивает, что физическую боль можно стерпеть, не показывая эмоций. И так поступают настоящие мужчины. Но боль душевную вынести порой невозможно. Так, что в этом абзаце? Во-первых, это новый абзац, и ничего страшного в этом нет, потому что новый эпизод и новая мысль. Он содержит анализ, так как указаны примеры иллюстрации и
проанализированы они, то есть дано пояснение. Теперь посмотрите, как я ввожу цитату, опять вот больное место, которое снижает нам баллы просто по пунктуации, по К8 очень сильно. Вот это место, посмотрите на него, пожалуйста. Я ввожу цитату не с начала предложения. То есть вот это слово «зажмурился» в тексте Дудинцева не первое в предложении. Тогда я обязана, открыв кавычки, поставить сначала многоточие, а потом ввести цитату с маленькой сострочной буквы. Так? Обратите, пожалуйста, внимание, не теряйте на таких мелочах, досадные мелочи это, не теряйте, пожалуйста, баллы. Вот вводим цитату. Я хочу вам сказать, что вот этот абзац у меня достаточно получился большим, можно его вполне сократить, но я такой цели не ставила, я укладываюсь во время, почему бы мне не написать так, как мне хочется, а времени предостаточно на это дается. Так. Новый абзац. Обострившиеся чувства проявляются и в, казалось бы, спокойной обстановке. Примечательный эпизод, в котором герой в госпитале читает стихи соседям по палате. Есенинские строки тронули героя до глубины души, и он заплакал, вспомнив о девушке, с которой его разлучила война. Автору важно показать, что поэзия, вызвав слезы, помогла бойцу хоть ненадолго унять душевные страдания, мучившие его в разлуке с любимой. На мой взгляд, эпизод со стихами более важен, чем эпизод с матерью. Поэтому эпизод с матерью я убрала. В эпизоде с матерью мы не видим новой грани мужских слез, потому что эпизод с матерью похож на эпизод с прощанием с другом. Так, там страдания именно вот связанные с такими конкретными переживаниями, да, эмоциональными. А поэзия – это абстрактное эмоциональное переживание. И умение ощущать, чувствовать эту абстракцию дано не каждому. Вот почему у нас выступление поэтов не собирает стадионы, а выступление кого-то другого собирает, да? Потому что, чтобы поэзия проникла в сердце человека, человек должен обладать языком поэзии, знать его, обладать определенной эмоциональной зрелостью прежде всего. Так, ладно, не будем о грустном. Движемся дальше. Новый опять абзац. Глубину произошедших с героем перемен Дудинцев подчеркивает, противопоставляя эпизоды. Вот мне нравится как автору сочинений, и также мне это нравится как проверяющему, когда связь эпизодов вплетена гармонично в текст сочинения, выделяется в особый абзац, так, и не является чем-то вымученным, просто потому, что учитель сказал, пиши всегда, сопоставляя эти два эпизода, автор подводит читателя к мысли. Или эти эпизоды, дополняя друг друга, подводят нас к мысли. И вот эту фразу мы вставляем везде, где надо, где не надо, где ничего не дополняет вообще никогда. Так? И такая фраза в надежде на то, что мы хотя бы не потеряем балл за смысловую связь, риск очень большой, что эта связь все равно потеряется. Потому что сначала мы ищем связь, и только потом мы ее оформляем в какое-то речевое клише. Так, значит, так, противопоставляя эпизоды. Беспечный мальчишка, каким герой был до войны, и познавший горечь потерь мужчина, воспринимаются автором как два разных человека. Потом он получил повестку и ехал в армию, а вместо него вернулся я. Вот это совершенно не обязательно было включать, но мне захотелось включить, потому что, мне кажется, так лучше проявляется связь эпизодов. Ее автор сам проявил уже для меня. Мне только нужно заметить ее, что я и делаю. Так, и дальше. В кульминационной сцене автор с трогательной искренностью передает чувство героя, обнаружившего послание от любимой, отыскать которое он уже не надеялся. Счастье и облегчение, обрушившиеся на героя в эту минуту, наполнили его глаза слезами. Вот это подводящий эпизод, как, мы уже знаем, что это кульминация, да, подводит к главной мысли. Авторская позиция. Так. Авторская позиция по поставленной проблеме. Вот здесь я написала слово «проблема». Все-таки написала, потому что знала, что будут мне об этом говорить, да, прослеживается в ходе всего повествования. Дудинцев уверен,
Проявление эмоций помогает людям сохранять душевное равновесие в моменты невыносимых нравственных переживаний. Мужские слезы не признак слабости, это свидетельство духовной зрелости, показатель глубины потрясений, испытываемых человеком. Мужчины должны уметь плакать, считает автор. Вот здесь я ответила прямо на вопрос, поставленный мною в вступительной части. Все клише вам знакомы, все как надо, да, ничего тут нет такого страшного. Дальше своя позиция. Я разделяю эту точку зрения. Популярный сегодня образ брутального мачо, грубого, бесчувственного, циничного человека, не кажется мне симпатичным. Некоторые люди не способны растрогаться ни когда слушают музыку или читают стихи, ни когда видят чье-то горе. Чувства этих людей спрятаны так глубоко, что их душа кажется черствой. А может быть, она такой и является? Конечно, чрезмерная слезливость не красит никого. Научиться проявлять эмоции нужно, потому что они делают нашу жизнь настоящей. Вот этот абзац – это плод воображения моей ученицы. То есть именно она захотела здесь, ну, вот так вот показать ближе к современности. Я согласилась, мне даже это самой понравилось. Меня смущало выражение «брутальный мачо», мне показалось, что это тавтология, точнее, плеоназм, да? Однако я сверилась по словарям, нет, все нормально, можно использовать это сочетание. Смотрите, что мы здесь сделали. Конечно, самый банальный ход, который тут мог бы быть, это привести какой-то вот пример, допустим, из литературы, когда кто-то где-то там что-то плачет. Но вот вы представьте себе, вы сейчас сидите на экзамене и судорожно пытаетесь вспомнить, где кто там плачет. Вообще о мужских слезах ведь написано не так и много. Да, у нас есть вот эта сцена, которую мы помним из «Судьбы человека», да, когда сцена встречи, ну, когда решил Андрей Соколов усыновить Ванюшку, да, что слезы там описано хорошо Шолоховым. Ну вот, пожалуйста, и все. Так, навскидку нам больше с вами не придет ничего. Тем более, мы договорились с коллегами, когда готовились вот к этому циклу вебинаров, что мы постараемся не включать литературный аргумент сюда, в обоснование своей позиции. Постараемся не включать. Мне кажется, здесь удалось. Что же мы здесь сделали? Мы взяли так называемый аргумент к угрозе. Вот этот термин Андрея Нарушевича. Я узнала об этом термине из его пособия. То есть у нас идет некий образ, да, позиция автора, что мужчины должны уметь плакать, должны. То, что нужно делать, это, так сказать, аргумент плюс, положительный. Когда у нас позиция автора аргумент плюс, мы должны в своей позиции выстроить аргумент минус, то есть аргумент к угрозе, то есть что не нужно, нехорошо. И объяснить, почему это нехорошо. То есть автор говорит нам, что нужно делать и почему это хорошо. А мы, опираясь на точку зрения автора и соглашаясь с ней, берем то, что не нужно делать, и почему это нехорошо. Так? Вот в этом случае, мне кажется, можно так вполне сделать. И попробуйте, потренируйтесь, когда будете писать следующее сочинение, посмотрите просто на позицию автора, какой там посыл, плюс, да, как надо поступать, или минус, как не надо поступать, и в своей позиции сделайте просто наоборот, и все. Так, что мне пишут? Герой нашего времени, да, соглашусь, мало примеров, да, как доказательство от противного, да, Лариса, вы верно уловили мою мысль. Мало примеров, пишет Асет. Вот здесь мне очень интересен вопрос, каких примеров мало? Примеров иллюстраций? Их даже больше, чем надо. Потому что не в 4, а надо 2. Так? Примеров в обосновании позиции. Я прошу вас, не надо здесь огромных примеров. Не надо здесь, в этом меня еще убеждает такое-то, да в этом меня еще то-то убеждает. Мне просто надо обосновать. ФИПИ вообще рекомендует обоснование делать в одном-двух предложениях. Я здесь еще немножко расписала, да, зная, что, ну, просто потому что вот эта логика здесь вырисовывалась. Так, и теперь, уважаемые слушатели, вот сейчас я скажу такую вещь, которая, может быть, не всем понравится. Вот на этом мое сочинение заканчивается. Я посчитала ненужным вводить здесь еще аппендикс в виде заключительной части. Вы посмотрите, сочинение и так у меня большое. Так? Оно многоабзацное. И вот эта логика, которой заканчивается моя последняя мысль, что учиться проявлять эмоции нужно, потому что они делают нашу жизнь настоящей, на мой взгляд, это вот просто финал. Возможно, вы со мной не согласитесь, если мы здесь напишем еще заключительную часть, это ни в коем случае не будет ошибкой.
Так? И я не призываю вас никогда не писать заключительную часть. Я просто вам говорю, что так можно делать. Сочинение – свободный жанр. В этом его плюс, в отличие, например, от диктанта. И даже в отличие от изложения. Научитесь плавать в этой реке, и вы получите удовольствие от плавания. Понимаете, не будете захлебываться. Так, почему бы в заключении вновь не опереться на текст? Конечно, можно, Елена, но мне кажется, что достаточно опоры на текст я продемонстрировала. Ведь моя задача показать проверяющим, что я за 11 лет обучения в школе научилась понимать написанное. Вот все, что от меня требуется, понимаете? Научилась понимать написанное, это и есть функциональная грамотность, и сопоставлять это написанное с тем, что происходит в моей жизни. Это значит, что я обладаю коммуникативным умением осмысленного чтения. Ну и письма, конечно же, само собой. Так. За отсутствие заключения не снизят баллы. Нет, не снизят. Так же, как и вообще за количество абзацев. Сейчас мы чуть-чуть подведем итоги. Я понимаю, что я уже злоупотребила ваше внимание, но все-таки какую-то вот логическую цепь нам нужно выстроить. Итак, как мы работаем над сочинением по художественному тексту? Определив главную мысль текста, сделав все то же, что у нас есть, да, определили тему, найдя кульминацию, вот у нас какая взаимосвязь, тема и кульминация. Мы определили тему, что говорит об этом автор, что он говорит о мужских слезах или что он говорит о войне. Вышли на главную мысль. Главная мысль вывела нас на проблемный вопрос. Вот эта мыслительная операция должна быть отработана на огромном количестве текстов. Тогда вас ничего не удивит на экзамене. Понимаете? В день один текст. Начиная с сегодняшнего дня, те, кто настроен на 100 баллов, на 90+, да и на любое количество, а в день один текст прочитать 10 минут и выстроить вот эту цепочку. О чем текст? Что об этом говорит автор? Какова главная мысль? Так? И выйти на проблемный вопрос. Не надо писать 3 тома сочинений. Сделайте вот это. Не смогли сделать? Посоветуйтесь с учителем. Скажите, я не понял. Так? Вот учитель здесь может конкретно вам помочь, сделать важный шаг, направить в нужном направлении и дать тексты нужные. Да? Кульминация здесь нам помогает. Это просто... Так, далее. Значит, тема, о чем текст, главная мысль, все, эпизоды выстроили, все, как мы сделали сегодня, эпизоды противопоставили, может, сопоставили, я вот здесь разделила первый эпизод, второй, третий, четвертый, может, в вашем тексте быть по-другому, больше ничего не меняется. Далее. Все это мы выстроили, комментарии, и потом переходим от проблемного вопроса, а что я об этом думаю, и почему я так считаю, все, наше сочинение уже завершено. Так, далее. Сейчас я предлагаю проголосовать, кто желает, чтобы ему на экзамене попался публицистический текст, нажимает «А». Кто желает, чтобы ему на экзамене попался художественный текст, нажимает «Б» или «В», или как хотите. Главное, что не «А». Итак, голосование. Кто за художественный? «В». Кто за публицистический? «А». Голосуем под экраном, где вы видите кнопочку голосования. Голосуем. Звука нет. Я не знаю, почему нет звука. У меня никто сигналов никаких не подает, что звука нет. У меня все идет. Так. Угу. Ислам, спасибо, что отвечаете, что есть звук, а то я переживаю. Угу. Окей. Итак, напоминаю, сейчас закончу голосование. А – это у нас публицистика, Б – это или В – это художественный. И смотрим, каковы у нас результаты. Ага, здесь у нас, ну не совсем, конечно, кардинально разделились мнения. Многие люди хотят художественный текст. Меня это очень радует, что вы хотите художественный текст, потому что это значит, что вы почувствовали красоту художественного текста, вы увидели, как можно прекрасно с ним работать, и какое от этого получать настоящее наслаждение. Не просто прочитал там что-то где-то с экрана, так? Почувствовал замысел, посмотрел, как это сделано. Ведь
сами понимаете, когда мы просто лишь пользуемся чьим-то трудом, это совершенно одно. А когда вот мы дегустируем приготовленное нами же самими блюдо, насколько улучшается вкус этого блюда, да, когда мы старались и теперь вот пробуем то, что у нас получилось. Ну, конечно, не первый раз, когда мы там уже много продуктов испортили сначала, это нормально. Так, значит, ну, а мое пожелание, чтобы ваши надежды обязательно исполнились. Вот захотел ты получить публицистический текст, вот чтобы он именно тебе и попался, захотел художественный, чтобы он попался, и чтобы попался именно такой удобный, вот как наш сегодняшний текст Дудинцева. Так, за что голосуем, не слышно? А мы уже проголосовали, хороший шаман, мы уже проголосовали, и большинство хочет получить на экзамене художественный текст, а кто-то хочет публицистический текст. Конечно, в публицистическом тексте обычно нам легче найти проблему, чем в художественном, но зато в художественном нам всегда легче выстроить комментарий. Я в этом убеждена. Если бы кто-нибудь спросил, что я предпочитаю, я, конечно, предпочла бы художественный текст, конечно. Его и анализировать приятнее и удобнее, и выстраивать свою позицию по нему удобнее. Ну, вот это мое такое субъективное мнение. Да и проверять, если честно, художественный текст удобнее. Так, уважаемые друзья, сейчас я прошу вас задавать вопросы, если вам что-то непонятно по результатам нашего занятия. Я чуть-чуть в чате приподнимусь и посмотрю, что у нас еще. Кто-то что-то мне написал. Я не могла вовремя отвечать, потому что не хотела прерываться. Так, Маргарита, как вы относитесь к такому утверждению? Размышлять над проблемой и о проблеме не одно и то же. Размышляет над проблемой тот, перед кем она стоит и кому нужно ее решение. Размышлять о проблеме может любой, как рассуждать о ней. По какой-то причине далеко не все. Маргарита, я просто подписываюсь под каждым этим словом. Я согласна, но мы в эти тонкости с вами вообще не будем вникать. Нам главное сейчас понять, что рассуждать над проблемой нельзя. Вот если мы это поймем, это уже большой плюс тому, кто нам это внушил. Понимаете? Размышлять над проблемой, даже если она стоит перед нами или не стоит, все-таки можно. Это не противоречит логике русской грамматики. А вот рассуждать над проблемой противоречит всему. Поэтому мы так писать не будем. Спасибо большое за вашу вот эту ссылку, она мне понравилась. Так, угу. После вашего занятия хочется художественный текст. Отлично, это очень для меня приятные слова. Спасибо за прекрасное занятие. У нас эксперты антиаргументы выносят как логическую ошибку. Татьяна, мне вот очень интересно посмотреть. Во-первых, я немножко не поняла, что значит антиаргумент. К сожалению, не знакома с этим понятием, и я знаю контраргумент, но оно никак не может выноситься за логическую ошибку, поскольку оно не содержится в перечне логических ошибок, который известен, опубликован и имеется, ну, пожалуйста, в любом справочнике. Вот другое дело, если антиаргумент, как вы выражаетесь, я подразумеваю, что это контраргумент, вообще не по проблеме, или отсылает куда-то в какую-то другую область суждений, тогда это противоречит формальной логике и является логической ошибкой. На самом деле, апелляция к иному опыту, то есть противоречивый, от противного, так сказать, аргумент, это не ошибка, это, наоборот, прием такой логический. Это обычный логический прием. Он используется и в полемике, да, и содержится в перечне полемических приемов. Так что здесь я не знаю, что вы имели в виду. Так, ссылка на пособие Архаровой, да. До сегодняшнего дня исламу нравились больше публицистически. Сегодня понял, что художественный текст – это чудо, ислам. Я вам благодарна за ваши слова. Чудо – это хорошо. Так, что может стать причиной? Должны ли над этим задуматься Дудинцев? Скажите, вот так, Нина, абсолютно можно так начать сочинение. Вот так, как вы начали его здесь, это правильное начало, но не единственно верное. Как вы сейчас мне написали, сразу начиная с вопроса, так можно начинать. Далее, хороший шаман, однако. Да, надеюсь, нам шаман всем поможет. Спасибо, спасибо. Можно на слайд, где схема. Так, окей. Сейчас
я посмотрю, какая схема. Вот это, да, вот эта схема. Посмотрите, здесь только нет вот в этой части обоснования собственной позиции. Я пыталась ее прилепить сюда, но мне тогда не нравилось, что какая-то куча получилась, поэтому я разделила. Так, если это не та схема, потом напишите, пока я тут посмотрите. Спасибо. Через 2 часа смотрите запись, рассматривайте. Большое спасибо за такое интересное занятие. Спасибо вам. Пожалуйста. Так. Творческих успехов, раскрывая проблему. Раскрывая проблему, да, вполне. Только единственное, Анна, сразу предостерегу вас, фраза, может быть, она правильная, но мне, честно, набила оскомину за последние полгода. Раскрывая подлинный смысл проблемы, прошу прощения, раскрывая подлинный смысл проблемы, автор там чего-то делает. Что значит подлинный смысл? Мы вообще не вдумываемся в то, что пишем. Получается, до этого был какой-то ложный смысл, что ли? Я сначала исправляла ребят, которые так писали. Потом поняла, что я не могу бороться с толпой учителей, которые так учат. И я решила, ладно, наверное, так нужно, просто мне это страшно не нравится, подлинный смысл. А где ложный тогда? То есть не очень мне нравится. А раскрывая проблему тоже мы... Можно ли раскрыть проблему? Можно ли раскрыть проблему? Тоже мы дискутировали с коллегами вот об этом сочетании, раскрыть проблему. Я его, вот в моем кодексе нормы, оно допустимо. Почему? Может быть, немножко мой кодекс чуть-чуть снижается из-за того, какие ошибки другие я вижу. И придираться еще вот к этому, раскрывая проблему, ну, я не считаю нужным. Можем ли мы с вами раскрыть проблему? Можем мы раскрыть вопрос? Конечно, да. Имея в виду проблему как проблемный вопрос, мы тоже ее можем раскрыть. Мы проблему в данном случае отождествляем с понятием вопроса. И поэтому расширяем лексическую сочетаемость слова «раскрыть». Так. Да что, они дураки? Нет, конечно, не знаю. Это о чем, Лариса, извините, логика совсем иное. Так, поняла, это о контраргументах. Так, Нина, окей, все мы разобрали, схема выложена. Мне нравится. Так, следующее. Так, Чупанова, Диана, разве отсутствие аргументов – это не ошибка? А почему же вы, Диана, считаете, что у нас отсутствие аргументов? У нас присутствует аргумент? Аргумент из действительности, можно сказать, из жизненного опыта. Аргумент – это обоснование. То есть это какое-то конкретное явление действительности, которое подтверждает нашу мыслительную сентенцию. Этот аргумент может быть даже несуществующей действительностью. Например, мы можем взять предположительный аргумент. И этот прием, кстати, очень интересен. Жаль, что мне не удалось его здесь использовать. Я, честно говоря, хотела, но на этом тексте невозможно. Что же это за предположительный аргумент? Давайте себе представим ситуацию, что... И берем какую-нибудь гипотетическую ситуацию, показываем ее абсурдность, и эта абсурдность подтверждает нашу мысль правильную. Поэтому нет, Диана, у нас не отсутствие аргументов, у нас присутствие аргументов. Просто аргумент непривычен для вас. Если вы чаще пишете литературный аргумент и считаете, что только пример из литературы является должным обоснованием, вы ошибаетесь. Так, Фишман Юлия, мне не нравится, раскрывая проблему, ставлю ошибку. Ну, пожалуйста, ваше право. Так, каждый текст разный, художественный. Хочу, чтобы проблема текста была близка лично мне. Знаете, Халида, вот этого же хотят составители кимов. Они подбирают кимы таким образом, по крайней мере, они об этом говорят, что они так декларируют эту свою задачу, да, чтобы текст был актуален для молодежи, для человека, находящегося на пороге взрослой жизни, для человека, уже имеющего какой-то жизненный опыт, то есть это, извините меня, не пятиклассник перед нами сидит, да, для человека, который имеет уже какой-то читательский опыт, а читательский опыт – это всегда равно опыт жизни, потому что мы через книги постигаем опыт жизни, жизненный опыт других людей, так? И вот именно для такого человека, на такого человека ориентируются составители, когда подбирают тексты. Поэтому я очень надеюсь, что вам попадется такой значимый, злободневный текст, что вы просто будете радоваться. Так, Халида, полностью согласен с вами. Угу. Все тексты разные.
Что может стать над этим вопросом? Афанасия, Татьяна, конечно, здесь два вопроса. А что в этом плохого? И мы на оба эти вопросы даем ответы. Первый вопрос, должен ли? Мы на него даем ответ, мы говорим, да, должен. И в чем причина? Мы отвечаем, причина, невыносимые страдания душевные. Конечно. Я не могу понять, обязательно или будет снижена, растерялась оценка. Нина, ваш вопрос понятен, я сейчас на него еще четко отвечу для всех. Вы можете начать сочинение с вопроса, за это не будут снижены баллы. Вы можете начать сочинение любым другим способом, и за это тоже не будут снижены баллы. Так. Одно предложение перед вопросом, думаю, достаточно, как минимум, иначе некрасиво будет, сразу в омут к проблеме. Халида, это ваш вкус. Нам здесь устроители экзамена дают свободу. Не случайно в комментариях, которые даны экспертам, проверяющим сочинение, четко написано, что ошибки композиции могут быть разные, там они перечислены, но, собственно, абзацное членение и наличие каких-то необязательных частей – это право, право, да, пишущего. Ведь у нас есть, допустим, вступление в лоб. Вот вы пишете, что вот как-то некрасиво в лоб, но вот такой вид вступления есть. И так можно начинать. Кто-то может начинать вообще с эпиграфа. Есть такие виртуозы, да? Кто-то начинает, как предлагает ФИПИ, начинать с авторской позиции, а потом плавно переходить. Я вообще категорически против этого. Даже не хочу об этом говорить, потому что это путает вообще все. Но если вдруг мы придем на ЕГЭ для учителей, а учителя хотят... как-то, может быть, это будет не ЕГЭ, а конкурс на лучшее сочинение, на самое оригинальное сочинение, да, вот там можно по-всякому делать коленца, да, выкидывать и делать все, что хотим. Детям, конечно, это сложно. И еще предостерегу вас немного от такого приема вступления, как цитата из предложенного текста. Крайне редко мне удалось увидеть сейчас, потому что именно такой прием был рекомендован вот в разработке ФИПИ, которая выложена в феврале, начинать, как один из приемов вступления, начинать с цитаты из текста. Крайне редко удается ученикам взять нужную цитату из текста. Они берут просто любую цитату, вообще какую-нибудь, даже незначимую, начинают с него, с этой цитаты сочинения, потом не могут ее никуда, эту цитату, не приткнуть ничего, и просто логика сочинения рассыпается безвозвратно. Так. Ага, да, да, спасибо, Халида. Так, если не нравится, раскрывай, лучше на все рассмышляй о. Пользуйтесь. Угу. Уважаемые друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Там вот еще кто-то говорил про схему, может, следующую надо схему. Я немножко не поняла, пусть вот это повисит у нас схема, пусть такая-то начальная схема. Если вопросов нет, то я еще раз благодарю вас за работу со мной сегодня. Надеюсь, что вы не пожалели потраченном времени. И желаю вам оптимизма, бодрости, энергии, уверенности в своих силах, хороших текстов. Всего самого наилучшего. На этом, да, прощаюсь, приглашаю на курс «Запасной парашют». 8 мая в 17 часов по московскому времени. Пожалуйста. Прошел только один вебинар, то есть еще не поздно. Так, запись я прекращаю. Спасибо большое.